Разминаемся.
Пошли, майки, пошли, пошли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Встали. Встали. Падение вперед. Застой. Не так, как Вика на колени на это. Ножки пошире падаем. Ножки пошире падаем. Пошли. Раз. На прямые руки не падаем, Вика. Все ошибки делаешь. Пошли. Раз. Два. Три. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Так, а теперь перекаты вправо-влево, но... Падаем отсюда со стойки и перекатываемся один раз вправо, влево, вот так, да, пошли, раз. Один раз вправо, один раз влево. Еще раз, падаем на прямые руки. Падаем, вот, пошли, два. Нет, не кувырок. Покажи, Артем, еще раз. Видите, он падает и кувырок. Вот вчера, если бы это Артем сделал, бы у него рука не болела. Пошли. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Матея. Вот там построились. Вот там построились. Подровнялись. Так, Андрей, а? Значит, Вика, Гави, берете чучело, вытаскиваете брусок и меняетесь через три раза. Вы вдвоем. Все, отжимаем. Пошли. Артем. Девочки, одно чучело, одно. Вы туда. Так, вот это чучело отдайте Андрею Пастухову, вот это. Все, некрасивое, самое легкое. Пошли, Никита. И еще раз, покажи, пожалуйста, Артем. Посмотрите внимательно. Заходим за чучело. Да, вот как заходим. Вика, посмотри. Да. Вот. Все,
Время пошло. 10 минут. Пошли, бросок. Таз подставляем. Чучело не должно падать на голову. 3 раза уно, 3 раза дой партнер. Еще раз. Посмотри на меня. Не так, а вот так. Вот отсюда. Заходи за чучело, подними, заведи и бросок. На голову не должно падать. Так, время пошло. Время 15:50. До 4 часов. Вот так, красавец. Я вам потом покажу, как делает чемпион мира, украинец. Как чемпиона мира украинца зовут? 60 килограмм. С Украины. Кличко. Кличко бокс. Дзюдо. Мы фотографируем. Габи, с кем мы фотографируем? Зантарая. Такие подхваты делает, такие задние спадения, такие перевороты. Супер. Артем, бросай хорошо, чтобы на голову не падало. Оп. Вот так. Непонятно как. Взял бы хороший захват? Да. Крутовец. Крутовец. Пошли, 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 пошли. Все, Виталик домой, а ты берешь чучело и бросаешь. Кто там у нас? Пошли, пошли, пошли. Я тебя.
всех чучело поломал. Дайте ему вот это чучело туда. Я с ним бегаю. А вы его кидали? А, вот иди сюда, иди сюда, иди сюда. А, вообще нет, Саш, отдай это чучело. Все, кидайте его. Так, вы вдвоем. Вперед. Пошел, пошел, пошел. Лево, правильно, стоп. Ремонт, установка, сервис. Так, лево, потом. Чем? 93. Посмотри, эй, Артем, можешь так сделать? Это сделать? Лево. Лево. Право все умеет. Я влево. И мешки все умеет. А ну, Вика, покажи. Никита может. А я влево, Никита. Покажи. Никита. Давай, Никита, покажи. Мастер Никита. Пошел. Хорошо, молодец. А как ты можешь? Нормально, нормально. Давай, тебя защищай. Саша, можешь тебе дать полегче маленькое тут совсем? Я думаю. Нет. Вот. Стоп. А вот так, кроме Андрея, никто не может. Грубо. Смотри, вытащил.
такие там снимают. Так. Нет, нет, вот эти чучело туда. Все, быстренько построили, да, ребята? На боль. Я чучу. А если она разозлится? Вместе с Гарри. А ты один. Да. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Так, Габи. Сильно. Так что ж мне рассказывал? Можно я? Дай я сказать. Нет, можно. Радуга. Габи. Я сегодня. Становись ближе. Я сменяю. Да. Вика сюда. Вика сюда. Радуй сюда. Так, у нас остался. Так, кого же вам дать? Нет. Нету? Да, можно я сам тебе пошутить? Хорошо играет? Нет, Иди сюда ко мне. Мне надо встать с Вятой. Так. Вы вдвоем сюда. Нет, вы хорошо играешь. Так. Габи, вот ваши выбирайте. О, Никита туда, Давид сюда. Вика, вы еще раз, один, кто сидит туда, и потихонечку это. Андрюха, садись за этим самым. Андрей, садись за это. Хорошо? Побегали? Хорошо?
Смотрите внимательно. Мате, Мате, смотрим на меня все. Мате, смотрим на меня, рубят руки. Здесь резко не поворачивать, просто аккуратно. Немножко с собой. Готовы? 3 минуты. Че? Ешь, где такой? Сейчас играет Мандалазе. Мяч находится у Артемчика. Он идет, хочет спасать Габи и кидает и гол! Все, забил. Счет пока 1-0. Ой, о. Аска? Да. Аска Мемари. Партия стынка помечет. Дайте бы ее с машиной скинуть и прищает. Дайте с машиной скинуть и прищает. Эй, шиу, шиу. Ну да, сус. Югу. Ты боюсь, мальчик, вот и боялись. Парки Мадонна. Забейте. Гол! Ой, Никита Горько, может, за гол никак. Разогрелись? Да. Да, да, это супер. Шесть раз назад и шесть раз Он про меня что-то плохое сказал и снял на меня. Что с тобой, Брей? Я на камеру не говорю. Почему не боязал, что здесь? Тихо. Курпан. Курпас? Ну, есть, Брей, Курпан. А за экспрессию? Сколько у вас? Ну, что вот такая. Так, чего смотришь, что здесь? Брей, так, чего? 12. Не сразу, понял? Гол! Хорошо, Матэ. И все, уже такой телевизор. Пожалуйста, нет. Туда, пожалуйста, поставь. Что? Чтобы набрать туда. А, куда? Построили. Вика, поезд надо или снять, или одеть? Да, да. Вика, пожалуйста, Вика, шесть. Мы выиграли две схватки. Ларина! Мы выиграли, первый было ничего. У нас получается раз, два, три,
втроем, вы втроем. Три меня. Да, вы втроем. Давайте я посмотрю. Три минуты. Андрюша, присядь, пожалуйста. Один ноль. Один, один. Ногу. А можно чисто в класс? Так?
Никита и Андрей. С этой Вика, Дарил и Диана. Диана завтра уезжает на первенство Европы, поэтому ей нужно побегать. Можно я? Она устанет, и ты будешь играть. Начинаем. Короче, ты как всегда. Вот так держать, Артемка, я. Пойдем, эй! Так, и здесь. Молодец, Андрюха. Андрей! Хорошей головой. Есть! Девочка и мальчик выигрывают. Эти же боец. Вытешь нас сейчас, ищу комментатор. Молодец, Артем, что ты не попал. Есть, мальчики выигрывают. Ай, боец. Без подножек. А ну. Смешанная команда. Чемпион. Есть, чемпионки, чемпион выигрывает.
ты не устала? Ой. Хорошо. Есть, молодцы, Вика. Команда Вики выигрывает. А следующий раз можно поменять? Ворота, да. Моя департа. Потом я нас засел. Все, каша, да? А ты поиграй. Она еще будет играть. А потом ты поиграй. Молодец. Дари. Эй. Какой интересный интернет свой теша сейчас. Да, реально. Ну, сон такой. А пацан, он вроде имел свой этаж, что задумаясь, бро, шепти просмотр. Да. Шепти. Да. Неуловимый проступок. Почему неуловимый? Потому что никому не нужен. Хорошо, Вика. Вот так умница. Команда Дианы выигрывает. Опа! Никита, приехали! Дарин, давай, молодец! Вот умница! Вот он лучший, Дарин, молодец! Команда Дарина и Ян выигрывают у этих мешков. Нельзя у девочек мяч забирать. Уже горд. Остался минут. Он минут. Уже не минут. Я вот сейчас минут. Еще раз, пусть длится. Опа! Команда Дианы выигрывает. Осталось 30 секунд. 30 секунд. Молодец! Ай-яй-яй-яй-яй! Андрюха, молодец! Просто лицом. Осталось 20 секунд. Команда Дианы выигрывает. Осталось 15 секунд. За пару секунд. Девчонки, вы с той стороны, пожалуйста. Чемпионка республики и призер. И Марина будущее чемпионата лавой. Хаджимая чемпионка. Она нам обрадится.
Саша, аккуратно там. Влад, Влад, Влад! Ёбать! Итак... Не, Мариночка, Мариночка, нет, и за град, не Рошу. Есть, мальчики впереди. Нет, девочки впереди. Пока девочки впереди. Пойдем убегать. Не считается, Габи. Линия Рошу. Девочки все равно впереди. Молодцы. А ну, ребята, Сашуля, молодец. Впереди. Девочки, формат мальчиков. Да-да-да-да, и сразу пас. Осторожно, осторожно там. Есть, девочки, впереди. Не уловимая Сашулька, чуть-чуть не убежал, молодец. Хорошо, 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 Габель. Есть, девчонки, впереди, пацаны. Аккуратненько. Браво. А девчонки два раза уже впереди. Пацаны не могут добраться. Что Посаматься, ручки держи. Я не понимаю, что это.
Так, Раду играет. Ура! Раду играет. Запомнил. И становится девчонкой. Чемпионом. Итак, покажи, Дарин, ты отдыхаешь. Я захожу. Я захожу. Сергей Анатольевич, Сергей Анатольевич. Нет, подожди. А кто у вас еще был? Нет, был Диана. Надо не играть. Диана. Нет, Диана Сергеевна. Играла. Правда не было. Правда не было. Была только Дарин. А кто с тобой играл? Диана. Диана и Дарин. Дарин. Диана и Дарин. Мы со сценой Дарин и Диана. Я вместо Дарин. Диана и Дарин. А, так ты сейчас отдыхал, да? Так я. А, нет, нет, нет. Вперед, пожалуйста. Я извиняюсь, Дарин. Я думал, ты такой румяный сейчас, я подумал, что только ты что закончил. Так, выглядишь хорошо. Так, и Рада играет за ним. Хачевай. Нужно, чтобы он устал, и девочки выиграли. Без подножек. Куча мала! Маленькая кучка, значит. Пастухов, все. А нет, есть силы. Ну, если Вика мяч заберет. Держи, Андрея. Я на самом деле. Есть, команда Вики. Встань аккуратно. На спине лежать. На животе надо. Есть! Команда Рада выигрывает. Молодец, Андрюха! Опа, красавец! Есть! Дарин, молодец! Последняя минута! Последняя секунда! Пас, только бегаете. Вот. Вот. Всех обманул. Вот, назад отойдите, попасуйтесь, пусть Рада там бегает. Андрей, откройся. Присел. Есть, команда Раду выигрывает, Артем. Ну, Андрюша. Есть, команда Андрея, осталось 15 секунд. Держите, не давайте.
10 секунд, осторожно. Держи, держи его, держи, молодец. Держи, Вико. Матем! Команда мальчика выиграла у команды Вики. Следующее. Следующее. Правильно. Команда девчонок. Последняя игра. И вы. Все. Мы чемпион. Да. Команда Андрюха чемпион. Можно я буду играть? Вы одежды меняете? Можно я буду играть? Генточ, можно я буду играть? Не могу. Готовы?
молодец. Араду, красавец. А девчонки лучше. Сейчас я вам разрешаю держать девчонок даже без мяча. Только если голову отпускаете. То есть только Диана взяла голову. Раз и держите. Раз Марину держите. Раз Габи держите. Приготовились 40 секунд. Каджеме! Мальчики, 30 секунд. Есть! Пацаны, держите! Держите! Держите мячик, пока время не кончится! Осталось 10 секунд. Марина, потом, поклонились. Все, девчонки, значит, ты переоденешься, когда подойдешь ко мне. Отдаем.
Спасибо.